Кажуть, што дождж гэта на шчасце, калі прыкмета сапраўды верная, то супрацоўнікам Рагачаўскага раённага аддзела следчага камітэта пашанцавала, бо дождж распачаўся падчас адкрыцця іх новага будынка. Да гэтага амаль 6 гадоў следчыя працавалі ў памяшканні мясцовага райаддзела міліцыі, і хоць там для іх адвялі асобны паверх, гэта ўсё роўна не зусім зручна. Падчас адкрыцця старшыня следчага камітэта Рэспублікі Беларусь Іван Наскевіч агучвае лічбу. Рагачаўскі раённы аддзел стаў 23-м структурным падраздзяленнем ведамства, якое пераехала ва ўласнае памяшканне. Нахождение все-таки в собственных стенах сказывается только в лучшую сторону на качестве работы и на моральном климате в коллективе. То есть, когда ты сам хозяин в своем доме, в любом случае это идет только на пользу. Поэтому мной была разработана конкретная программа, в соответствии с которой мы планомерно, постепенно перебираемся в свои стены. По традиции, первым у будинок пустили кота. Супрацовники следующего комитета зашли за им. Правда, некоторые из них тут уже были. Непосредственно на этих працовных местах до работы еще не приступали, але умовы, у яких придется заниматься выполнением профессийных обовязков, оценили. Будинок хоть и невеликий, але утульный и со зручным размещением службовых помешканий, при том, что непосредственно с бюджету на это затрачены зусім невеликие сродки. Будинок для Рогачевского районного отдела следчего комитета передало керавництво одного из банков. У інших местах ведомства выкарыстоўвае для размещения своих подразделений будинки, которые належали Министерству обороны, податковой инспекции и іншим службам. Это позволяет по максимуму экономить бюджетные сродки и обходится, звичайно, косметичным ремонтом. Супрацовники Рагачаўскага районного отдела следчага комитета занимаются практически усими криминальными справами, которые регистрируются в регионе, начиная от крадежа посуду, хатих живел и сотовых телефонов, до распространения наркотиков и забойств. Техничное оснащение при этом имеет далеко не опошнее значение. Зараз в следчем комитете взяли на керунок на практически полную отмову от использования паперовых носьбитов и переход на информационные технологии. Об такой необходимости кажут у многих ведомствах, але следчий комитет явно мкнется стать первым. Сейчас я не готов сказать точную дату, но мы предпринимаем, и мы, центральный аппарат Следственного комитета, мы предпринимаем к этому все необходимые усилия. Мы комплектуемся материально-техническими средствами соответствующими. Думаю, что в ближайшее время мы эту работу сможем завершить. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель» из Рогачева.